Варлок, ну, красавчики. Блин, ну не боятся экспериментов. Не боятся. Это... Слушай, все еще трудно запредиктить результат по пикам. 10 Куроки? 10 Куроки в игре. Вот бы было везде написано Дэнди. Вот бы везде был бы Вич Доктор, и везде было бы написано Дэнди. Это было бы классно. Стабильный драфт. Стабильный и у той, и у другой команды, ребят. Результат покажет только игра. Но также надо не забывать, что гладиаторы по факту, конечно, фаворит. О-о-о. Куро без... Ой-ой-ой, Тофы. Это смерть. Ну, а, да, там... Щит еще долго. Еще фиссура есть. Он сейчас пиздит фиссурой. Нет. А хочет оставить, видимо. Рукой. Нет. Рукой. Не стал он ничего оставлять. Оставлять на шекере? Ты ебал рот оставлять. Согласен. У тебя фиссура для того и дана, чтобы фраги забирали. Вот. А Венга бы так не сдохла. Стан бы кинул и убежал. Да. А у нее ее не стан. Террор бы кинул и сдохла. Все лайны сосут. Ой, Джей еще и нет, не умер. Ладно, у него еще и Феррик. У него еще Феррик. Да, Феррик. Ну, очень битый в любом случае. Тут даже крипам тяжеловато подойти. Жаль, секер не у врага. В натуре. Кстати, да. Ну, там ты... же тоже ребята пробитые, на самом деле. Когда ты берешь сикера, очень неплохо взять спамера какого-то на какую-то линию. А, может, поэтому Микки кортик и качал? Сикер в команде хочет просто, чтобы темпларка была на лоу хп? Не, ну хочется пока у темпларки лоу левел. Слушай. Пробивать ее. А о, него... закрыто! О, это коридор. Да. Он сузился, пиздец. Слушай, это мне кое-что напоминает одну серию Симпсонов. А. Да. Блин. То есть он реально кортик прокачал. С такого ранжа кинул. Ой, дурачок, смотри, что творит. Специально умер. Нейтралом. Это биг брейн. Но правда, пока он специально умер, здесь Силери может его друга сейчас не убьет. Специально умереть. Это вряд ли по плану уже. Да, его затоптали здесь Силери. Еще Mind Control топчет. И пачку, смотри, сейчас обвышку. Ёптель, да, и дурачок-то долго появляется, потому что он об крипов умер. Да, 24 секунды. Ну и они всю пачку проебали, считай, да. И она сейчас еще и подпушит, отпушит. Короче, не очень получилось. Здесь банды пока... Там уже была сикер, все, Куроки! Мама куда-то съебал. Куроки вообще? Ну, типа, не тот. Как он умудрился не кинуть банды на двух милишников? Ты должен прокинуть по герою. И там они накинули... Как ему это удалось-то? Да, тут это мало на что это повлияло, очень... конечно. Ну, да, но... Типа, знаешь, из-за мелочей общая какая-то картина, что ли. Тут мало повлиял, там мало, а по итогу уже сосешь жопу. Опа, жить, больно в ноге! Убили. Да, какая же квапа попущенная прилетит сюда. Фрион, рядом ой, Тофу. Ой-ой-ой, живчик. Живчик, но... За счет гранаты, кстати, выжил. У него ловушка кортика, третий кортик. О, пошел, кисель. Кисель, пошел лютый. Как какой же, же кисель. Да. Какой же кисель в башке, сейчас сказать, у Нигмы это просто жесть. Я 1-1 нахуй поставил. 10-0. Ладно, 1-1, ребят. Это значит, что все еще может случиться. Блин, я слышу жесткий ор с улицы. Это не улица, наверное. Это, мне кажется, первый этаж. Закрывайте дверь, сквозняк жесткий, да, когда она дует, открыта. Дует пизда. Очень жестко дует, прям холодно становится. А я не хочу, чтобы не было холодно. Так. Блин, вообще... Нам бы чай освежить. Чё? Это, у кстати, закончился? Да. Ну, я не допил. Но он уже такой холодный, что он пить впадло. Он холодный, да, нужно. Бам-бам-бам-бам. Азат, освежи, пожалуйста, чаёчек. Да, спасибо большое. Сейчас уже как нормальный человек, сейчас уже и попиздит. Опа, так, затоптали. Слушай, ну десик должны взять, правда, он успел поставить стеночку, стяжечку дать. Микки ебалок, да ноль у него, но Джейс спасает в этот раз хотя бы. Прыгает Фурион, поймает Джейс, Микки прыгает вперед, усиление, наорал, упал голем. Топтал его пошло, Минга погибла. Эх, Варлок погиб, Квин трахает. Разодорила его та битва. В рестлинге он теперь совсем злой стал. Ой, как же больно. Ты на свене раздулся? Бьешь человека? А Тофыч счастлив, пиздец. Да, на шейке. Это на блин как раз на блин. Да, типа. Стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Сколько тебе лет? 26. Ну нет. Тебе 26? Мне 26. Фига, ты стопер. Ха! Вписался. Как раз на месте? Бам. Вот, ну что-то мы думали... Так.
Вот так вот. Мы думали, будет, может, какая и драка, но пока как бы просто ебут. Твои мальчики. Не, ну Курыч вообще мем. Да. Слушай, ну очень хорошо, да, получается пока? Ну, типа, знаешь, я так скажу, это просто... Это слишком ебут, чтобы мне было... Мне герой слева очень нравится. Ну, да, хороший герой слева. А справа как будто, ну, вот, не вяжется, да? Да, слушай, не вяжется то, что чел на миде насосал, ну, настолько сильно, что дальше уже все. Вон он, видишь, по Даньке играет, шестой нетворс у него. То есть... Так, может, проблема не в нем? Ну, и не в Даньке. Ну, справедливо. А мы играли, кстати, с тобой в Элиас? Нет. О, это наши. Пицца игрой, тут не то, что это серьезная дота началась. Опа, блин, Кураптуру дал. Голем! Пульверайз сюда! Ари на него, Квапа! А, все, смотри, трактор одного. Он на этого наорали, трактор второго, кто пиздел. Вот так вот играет Нигма. Пошел вперед, Джиэль, сейчас будет драйв. Давай сюда развороте! Мужик! О, наш! Фиссуры закрыла. Пизда! Маля-маля. Блин, ну дурачок, конечно, ой, зверь. Ёмич. Он в любой ситуации будет до последнего драться, как загнанный ему. Да, вообще... жилистый. Жилистый. Я с такими пиздился, он до последнего. Просто всех да. Разгибал. Да. Ну, честно, я бы ГГ написал на их месте прямо сейчас. Так это пизделка где? Это не на их базе, там Т2 еще стоят. Ну, я понимаю. Это еще на то есть доигрывать, да, будем? Ну, будем доигрывать, будем, да. Будем доигрывать. Да, вообще, несколько раз вы уже это, на этом стриме. Вы геймпад Квина дали коту? Нет, это был злоба. Что, в принципе, одно и то же. Позорище. Без агрессии, брат. Без негатива, надо говорить. Геймпад Квина дали. А, Рамзиком кто играл? Я. Я тоже не особо шарю. А я видел. Я первый раз... Геймпады вообще... Ну, нет, не то, что я первый раз геймпад взял в руки, но первый раз геймпад в рестлинге взял. Ты именно на джойстиков придерживаешься. Это есть геймпад. Ну, а для меня это синоним. Это разные вещи. Я понимаю, это вот эта залупа, да. Это вот нарисован джойстик. А, кстати говоря, погодите, а никого не вызывает странного вопроса и ассоциации, почему джойстик — это джойстик? Это удовольствие, это палка для удовольствия. И это он держит вот так. Это очень странно. Это справедливо. Это вопросительно. Но ты же наслаждаешься, когда играешь, правильно? Да. Ну ты же, ну типа... Да. Не для того, чтобы тебе стало грустно играть. Хотя, с если этой палкой удовольствия можно разными способами его получать. Да, поэтому да, джойстик. Так и есть, абсолютно. Джойстик, да. Все грамотно. Я не знаю, мне рассказывай. Ладно. Вот, видишь, у нас есть смайлик на канале. Какой? Вон. Ебучий Квин. Ебучий Квин. А. Это Рамзик ебашит Германа. Мне так понравилось, когда, ну, Рамзес пришел и начал... Так это он есть. Да я знаю, я говорю, это типа... Это, говорит, CCNC, но... Нет, он сказал, это Сисич. Нет, он сказал CCNC. Он сказал Сисич. Он сказал Сисич. И с локтя ему в затылок. Там в затылок сразу прописал. Нет, там розовый. Да не, вроде не. Мало ли. Да ладно. Ой, Майн Контрол, ты меня называла, GH свапнул. А там уже он, Драчион, Тоха, зашел. Да, можно и выйти. Напишите, ГГ, че вы мучаетесь реально? Мы в карточки поиграем. Не, ну это... Просто это выглядит... О, как это первый глиф, кстати. Это выглядит как-то жалко. Сейчас второй будет еще. Ой, объясните, как типа, вот эти вот глифы обновляются? А после убийства первой вышки определенного разряда. На линии, но... А, то бишь, любую Т2 глиф обновляется, любую первую, Т3. Первую, любую, да. Первую. Вот так и вот обновляется. И Т4 тоже. Нет. После Т4, по-моему, нет. Или да. Мне кажется, нет. А бараки не дают? Нет. Окей. Не-не-не. Только Т1, Т2, Т3. Т1, Т2, Т3, а. Первая ломается. Но из-за этих глифов игры затягиваются, на самом да, деле. Да, вот. И у всех... Особенно у Т3, это прям вообще пизда. Плюс-минус у всех вопрос, а нахера? Так сказать, ну зачем? Ну, как... Ну, чтобы подольше играли, но... Да. А нахера? И так игры не быстрые. Оба! Оба. Попросите медиаторов мерч запустить с никами или сказать, где взять, если есть уже. Время рекламить мерч. Или его нет. Слушай, ну будет скоро классная очень линейку к чаю готовим. О. А, я надеюсь, все успеем сделать. Подарите. Обязательно. Класс. Ну, честно. Мипа на вас. Мипа. О, Мипа Дазл. Угу. Да, все. Ну, это Мипа поза один. Ну, да. Так Юм хорошо играет. Ну, нет! Почему Куроки взял Дузла этого, блядь? Ой, мучения не прекращаются. Ну, типа, если 6, то ты постоянно так можешь делать. Ой. Сколько? 6. Да. То есть, реально ты с Октарином прыгаешь?
Без КД. Там, скорее всего, игра уже закончится. Так или иначе. Так. Так, пытаются взять здесь Эйса. И кто пиздел на пятерку этого? Пиздел. Это мог быть ФБ, но ФБ уже был. Это мог быть ФБ, но ФБ уже был. Ну, такая вот история. Ну, это другой разговор. Вот оно. О, Грена, поехали. Эйс, Ай, Куро. Блять, больно ноги. И живет же. Тык-тык-тык. На опыте. Ска. Пох. На 10-м левеле Power Spike, потому что у тебя талант на плюс 30 урона с хедшота. Уроки! Делает уроки, блять! Разменять хоть тоф-то. Ой-ой-ой, эйс! Ой, попка играет! Ну да, задрот, блин. Душный. Тофу мало хп. Потом но... ты собираешь кучу шмоток за 2500, и ты каждый из них грейдишь. Кряк, кряк, кряк. Потом 15-й левел тоже талант. Блин, тейкаим, имба. Да. Да, то, что тейкаим сейчас стоит 200 рейнджа на всю позже. Длительность. Слушай, да, линия снайпер Марси не выглядит как смешная, на самом деле, так. Потому что этот снайпер, ну, кайфует здесь. Ну, ему, да, любого чела, кто идет вперед и замедляет или станет, а Марси делает все. Так, еще и сайдкик. То есть у тебя пипец дэмэджа дополнительно, апхил, то есть вообще кайфуешь, знаешь. Ну, главное, там дэмэдж. То есть ты просто жмешь тейкаим, у тебя кря-кря, плюс вот этот дэмэдж от сайдкика. Так, а вот здесь уже Юма делает вместе с Куроки. Куроки второй уровень прокачки персонаж у него. Че, герой-то нормальный? Ну, не герой. Так, дурачок. Отбивается. Как жилистый! Он жилистый, да. Кончился. Нет, не кончился шапнель. Как он уебал. Нам не кончился шапнель. Силер четвертый уровень прокачки персонажа у него. Mind Control тут. А, погоди. Я только сейчас раздуплил, что это Mind Control-то Рубик. А. Да. Блин, да. Я не раздуплял. Да, а вот теперь-то все и встало на свои места. Это как бы типа тройка Рубик. Четверка Шейкер. Так, поймали здесь Эйса, и он вроде как умрет от яда просто. А нет, не умрет, у него все-таки хп довольно много. А, но Юма... Он по МС большой. Да, он пипец быстрый. Он даже какой-то слишком быстрый. Ну вот. Тупо тук-тук-тук-тук-тук. Еще и ночь была на дворе. И настолько много всего, и потом все меняется, что это супер легко про троллку делать. Да. Ой, хороший такой койл получается. Юма тоже здесь. Микки нормально. Минус один за квином погонь. Квин. Кидывает торнадо. Всех поднял. Да, нормально получилось. Но вряд ли уйдет, хотя инвиз. Сейчас как, порегенится? А, есть... Опа! Спасать, рак. Синтричок был. Куроки, похоже. Фраги, походу, на... В натуре. Подрезал где-то. Юму берут. Это начало конца. Помогите! Если... Ноль помощи. Мипа ебут вот так. И он не отрывается ни по XP, ни по голде. Так, у нас Пак без ботинка играет. Ну, хочет купить ботинок он сейчас себе. Рун какая-то появляется. Рун появляется сверху. ДД, кстати, там неплохо. Убили Рубика, который что-то здесь делал. Дурачок уже, не знаю, 4-5 фрагов имеет. Он же прям до хрена. Он и умирал, но он и воровал фраги все. Ну да, 6-3, блядь. 6-3. Вот это керри. Так, это отличительная черта, если что, Антохи. Но не только его, сейчас, кстати говоря, довольно много таких кэрри, которые вообще не обламываются, бля. А, здесь нахуй. А, которые вообще не обламываются, ну, знаешь, пиздиться, что-то постоянно в размен идти и так далее. Проиграть игру со счетом 0-0-0. А-а-а. Ой-ой-ой. Их много таких. Ай-яй-яй. И что мемно, я видел, что у Йола было две подряд практически на одном турнире игры. 0-0-0? Да, 0-0-0 и поражение. Как это возможно на саппорте? В то время такое было, что вы вот один лайн отсосали жестко, и прям, ну, видимо, вас там до Т3 сломали, и чуть ли не сторону, наверное, сломали, а на второй все ок. Так, Урок играет, он себя кидает, успевает, здесь убили Марси. Современная дочь думает невозможно. Куро дерется до конца, тоже как загнанный зверь, но он его убивает, там шапнелька лежала, поэтому и Куроки тоже, точнее, Пак погибает, и... Ой, ладно, короче, проебали они эту игру тоже. Это 0-10. Да. Так, следующая серия кто? Bad Boom, я так понимаю, судя по тому, что они пришли. Bad Boom против... Последняя вот эта команда. Кост? По-моему, они в другой серии. Они в другой группе. TSM. TSM, возможно. О! И вот если там... Это битва. За 4 переигровки. Наших мужиков против нашего... Наших парней против нашего мужика Касаня. Не, ну вообще, а что, он заревилил, кто пиздел? А вот и Пак, а вот и Юб, блядь! Да. Ну не попал. Ну не попал. Ой, Микки! Ебать, Микки. Ебам!
Эхо слэм, блядь! Ты выхтанул его! Одного бедного шейкера. Ой, блядь. Это, на самом деле, выглядит комично уже даже в какой-то степени. Ну, вот замажь название команд, игроков, просто покажи этот момент кому-то, ну, вот, реально. Это паблик на 2К. Ну, 2К, да, чё. Ну, может, 3. Либо жесткий алкоголь. Кстати, это на самом деле прикольная рубрика. Мне кажется, понял? Ну, нарезать. Блять, это не новое, да. Ну, типа, guess the elo в шахматах. Ну да, есть. Но в Доте особо так не делали. Типа, нарезать из профессиональных игр и из пабликов. У Дженкинса понял? На канале был видос, где было 9 Геральдов и 1 Иммортал. Да. И он должен был не спалиться. Не спалиться. Да. Именно не спалиться? Или ну, он играл хорошо, а люди должны были угадать? Он специально, ну, он должен был слиться с толпой. Как, ну, типа, слушай, ну это, ну это пиздец просто. В чем проблема слиться с толпой? Ты просто собираешь какое-то говно, делаешь какую-то хуйню. Ну, все равно же есть мелкие какие-то штучки, которые выдадут тебя. Да нет. Да. Чувак, если ты хочешь не спалиться в доте, никаких проблем, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, его спалили на том, что он положил рецепт в инвентарь. Ну, пока нам Аегис на Мипа, может быть, не хотят они все-таки драться. Хотя вот сейчас какое-то нападение с бэклайна. Снайпер поймал пак, но снайпер на развороте. Там ультимейт от Магнус, проблемер, почему инвокера. Каким-то образом живет ультимейт от Шейкера, нормально получается. Пока здесь все. У мужиков из Нигма, то слушай, сейчас убьют Магнуса. И за Силери погонится, и Силери убьют, а где снайпер, он же съебал. Да и Верк съебал. Ха, а я говорил, Антох не убежит. Первый съебал. Ну, поняли, видимо, что эта драка вообще не светит ничем. Блин, знаете, в чем, ну, как бы, такая трики ситуация? Вот смотрите, видите, Нигма выигрывает драки. И мы знаем, что Мипа герой такой, который на определенной крит-массе, ну, блин, он реально супер сильный, его в драке прям тяжело что-то сделать. Но закончить игру против снайпера Магнуса на рампе вообще ноль вариантов. Это может просто надолго. Тут же еще герои все супер неприятные для Мипа. Там и снайпер с гранатой, там инвокер с дизармом. То есть и там дизарм, и тут там дизарм, Магнус. И ауешный стан Магнуса, да. Связки ВР-ки и миссы ВР-ки. То есть ты вообще хуй по кому ударишь. Это правда. Но правда, опять же, есть такой момент всегда, что это все на бумаге, а на деле, если Мипа очень хорошо себя чувствует, ты все это даешь, но он, сука, не умирает. И он почему-то продолжает бить, что-то бить, бить, хилить, что-то и все. Вот. Ну, и ситуация примерно сейчас такая. Они просто его, ну, со скрипом убьют. Вот даже все в него кинув абсолютно. Он успеет, скорее всего, и подраться. Ну, учитывая, что у него команда тоже не авка, скорее всего, в этот момент. Но закончить игру Нигме, самой пойти и навязать что-то там на рампе, вообще ноль вариантов. Там снайпер, отожранный, там инвокер, там Магнус. Это я к тому, что в теории, ну, это, возможно, игра-то минут на 50. Нигма потеет за мои 500 рублей и за мои 2500 рублей, чувак. Вчера в голос, конечно, было с этого смайлика и плюс пледик. Дун-дун-дун-дун, мега Мипа. Блин, на как же. На замахе поймали. Себе дал Грейв, а не Мипа. Он знал, что Мипа не умрет. Очевидно. Но, короче, ладно. Все рассказанное не работает вообще никак, потому что... Чё за хуйня была? Ну, то есть... Это даже не драка. Так это да. То есть это, грубо говоря, снайпер встал и просто начал стоять по груши. Никакого контрвыпада в снайпера. Вообще ничего. А чё вы подходили тогда? У него нет БКБ. То есть, в принципе, его можно, ну, тоже в ответ что-нибудь сделать, например, попробовать. Чё за хрень? В итоге боя, если бы нажал обсервер, было бы охуенно. Во, смотри, снайпер, сколько настрелял? 6000. Ха, 6-3-2-2. Угу. Лол. Настрелял. Ну пофиг, что не скажу. Да, ну вы более привередливы в еде. Так что вы говна не выберете точно. Это правда. Смотри, как Джечи засасывает в EMP, как же неприятно. Струки под ноги умирают. Прямо кончиком. Квин задрыл, кончиком его подцепил. Куроги! Не надо, дядя! Опа! Бьется! Загнанный зверь, опасный! Не такой-то опасный оказался. Ну, опасный, но слабый, типа такой зверь. Зверек. Кстати, помните Рубика Кора? Вон он. Блин!
Куроки-то даже и нафармил до хрена в этой игре каким-то хером, но накупил себе прям вот этот фулл-саппортинг. Правда, я не знаю, что тут можно купить. Тут не фулл-саппортинг, а гони. Да не, наверное, не будет работать нормально, если долго покупать. Это уже не то. Все не так и все не то. Но вообще... Лотус тоже интересный выбор. У него очень маленький КД. Ну, правда, да. Вопрос, а нахер здесь Лотус? Ну, прям вот, чтобы вот тут Лотус. Ну, да, бонус. Он тут не особо прям спасает от чего-то. Он тут прям, серьезно? Скажем, средний. Притом у тебя же этот... Мипа. Понятно, что там есть башня, но все равно. Непонятно, как бы... Короче, не знаю, нахер ему Лотус, дурачок. Ну, Адмир. Но вроде бы, как будто бы тебе нужно активные, да, вещи покупать. Мне кажется, я бы хули локет на его месте купил. Ну, надо, если же, наверное, хочется там. Да, что-то активное. Что-то с КД. Да, что-то с КД. Ну, вообще, можно задуматься о Хиксе. Вот если у тебя 10 тысяч на творца, как бы. Можно задуматься о Хиксе. А у него 10 тысяч на творца, между прочим. Вот. Слушай, успел нажать! Он успел нажать! Юма, проблем, Шейкер врывает! Ну, Шейкер как-то так ворвался, что как-то непонятно как! Юма, второго. Юма, все еще жив! Как просто он жарит рожков! Просто это микроконтроль с зерлингами. Блин, стоит фиссура, не дает пройти! Он закопался, выкопался, улетает! Задрот! Ай, ай, кря-кря! Кэрри умирают наши коры! Между прочим, 2-2, размен! Ну, снайпер просто стреляет! Пам-пам-пам-пам! GH спрятался, ушел! Фух! Пизда! Задрот на Квине! Не скажешь, что у него там вещей особо много. Он просто стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Юма здесь, у снайпера на самом деле нет. Этого МКБ, КД. А, пару секунд. 2, 1, жми! Да-да-да-да-да, граната. Его, фига себе растянул. Вот это нормально. Что? Вообще, он, мне кажется, этого пака мог убить, а если бы не зассал. Ну, он зассал уже. Но он сейчас подхилит, собирается. Юма засосала опасная трясина. Кондуктор, жми на тормоза, Куроки. Подхил, пошел. Яд, так, проблем. Где? Что, главное дело, сам он раскопался, закопался, развалился, свалился. Блин, за мипу уследить в драке тяжело, пиздец. То закопался, то собрался, то разобрался. Да, юм, юм, ай-яй-яй-яй, грейв! А, он отпрыгнул, грейв получил, реально, подхилы пошли. Эй, станкует, юма-юма-юма! Захилился опять, боже мой, он не умирает вообще, этот паразит. Буквально дурачо, дурачо. А вот у него БКБ-то уже нет, Юма там дальше в погоню закинул. Дурачо поймали. Дурачо поймали? О, сети, сети, как рыбу его! И чисто как рыбу прибили веслом. Блин, ну слушай, Юма на мипа прям жесткий контролер. Ты видел это? Опять он надамажил много, да, но в этот раз не хватило. Потерял позицию мистер Снайпер и сразу пизда. А, если ну, снайпер стоит в позиции, все хорошо. Слушай, ну что потерял, блядь? Ну, так он стоял внизу. Ну, он пытался... Он же снайпер. Он пытался Юму, да, доковырять. А он не доковыривается, блин, потому что грифсы... А это у Куроки грифсы, да? Все успевает, всю игру. Да. Реально, хорош на мип этот молодой человек. Проблема у Эйса. Ой, эх, слэм неплохо. Хороший РП. Но дэмдж, конечно, в этом РП немного. Дурачьё наваливает. Нормально расстрелял Дазла. Дазл погибает. Окей. Юма сложился, точнее, наоборот, собрался в этот Мегатрон. Вот пополз. У снайпера проблема. Сам ли до снайпера доебался пак, а теперь доебываться него. Юма, снайпер погибает. Байбака нет. Шейкер с бая возвращается. Но он тут даже уже и не нужен. Как будто бы тут без него все хорошо. Эйс погибает. Что-то там Рубик катается. Юма на Селере накинулся. Селере очень... Прямо так смешно бежит. Так перебирает ножками быстро. Вот где бабки. Обалдеть. Ошалеть, тупо. Глип. А нахуй ему именно глип? Да нет. Вообще непонятно. Просто. Ну. Сбивать. Он дальше аганим. Блинк Магнусу. Слушай, ну он дальше с аганимом покупает. Аганим покупает, с аганимом он типа. Как бы тычки дает. Он, ну, все немного странно. Но объективно, образный хекс выглядит гораздо понятнее. Ну. А, как говорится, дел его. Да, Юма просто ломает. Потому что снайпер... О, там же еще дурачок под этой залупой. Ой-ой-ой-ой-ой, убили! А тут еще есть, кого-то привез. А это вот уже драка на рампе, ребят, где позицию держать гораздо сложнее. Свинюшка. Да, Юма, свинюшка. Юма отсюда не уйдет уже никуда. Его тоже убьют. Ой, здесь. Это, а он закапывается. Ах ты, задрот, блядь! Закапывается! Выкапывается. Да, у снайпера вообще не важно, сколько хп у врага, если он бьет. Ну да. Он всех убьет. Вот видите, вот как бы разница в чем. Драка вне рампы и драка на рампе. Совершенно разные вещи. Вот она, драка на рампе. И тут уже не могут просто так Нигма спокойно выиграть эту драку. Ну, особенно если
Глипнир на Дазле. Да. Бля, ну Глипнир на Дазле выглядит реально как анекдот какой-то, хуй знает. Потому что, ну как бы, вот честно, более логично. А, это разогреты. О, спасибо. Спасибо. А вилка есть? Спасибо. А вот они. Ну слушай. А ты не помнишь, какая из них наша? Ну, во-первых. А во-вторых, они уже что-то полежали тоже. Ну, на них уже было, еда засохла вот эта. Ну, блин, там помыть надо. Всего 5 часов, я недели по 3 у меня вилки лежат. Ну, это ты зря. В комнате. Короче, как будто бы более вот так вот. Это чисто поле. И это вышел русский парень Антошка в чисто поле. Это он зря. Но Пак уже стал тоже кором, в прямом смысле. Много дэмэджа. Ничего себе. Ой-ой-ой, как же он валит. Это новый Миракл, что? Ребят, кто пиздел новый Миракл? Троих взял! Рэмпы, это будто челлендж, блин. Сожрать. Это чё, челлендж, реально, сожри всю еду? Да. А вилка-то будет? Я вилка. Да, а вместо вилки ты принес еще еды. Смотри, что делает Кура. Поймал их в Дейпер, превратил в свинью. Четверых! Что? Новый Миракл? Новый Миракл в ион диске. Новый Миракл лучше старого. Кстати, это очередная игра, где Микки отсосал мид. Нет! А потом по игре что-то сделал. Бля, Майкатон спиздил фраг. Его уже типают все. Говорит, мразь, дай рэмп новому Мирку, чтобы он в себя поверил хотя бы немного. А вот и ставочка зашла. А вот и ставочка зашла. Ну, ожидаемо, как и всегда. Да, 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 да. А ребят, кто ставит по нашим предиктам с Егором, поздравляю. Очередная победа. Плюс банкролл. Что за вилка бича? Пипец. Вилка как бича? Я этим есть должен? Такой вилкой не поешь, ни туалет не почистишь. Такой вилкой... Сыт не будешь. Опа! И морями не поправишь. Смотри, что делается, юма. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Закопался. Закопка имба. Орешки.